Более 10 тысяч кубометров снега уже вывезено из населенных пунктов Нуринского района. Там полным ходом развернули противопаводковые мероприятия. В ходе рабочей поездки по региону аким области ознакомился с работой оперативного штаба и проверил готовность техники к периоду половодья. Подробности в репортаже. 21 населенный пункт и 277 дворов взяты на особый контроль в Нуринском районе. Для предотвращения возможного затопления власти приготовили порядка 5000 тонн инертных материалов, 20 тысяч мешков, а также 32 перекачивающих насоса и 29 мотопомп. Насосные станции на области у нас 5 штук есть, одни из них у нас находятся. Аким области также осмотрел русло реки Кундызды в поселке Нура. Отсюда уже вывезено 4000 тонн песчаного материала. Произведена вырубка кустарников, укреплены защитные валы в 5 селах. Установлены водопропускные трубы и водоотливные лотки в поселке Нура. Работы по санации одноименной реки между селами Шахтерская и Байтуган будут продолжены. На участке более 18 километров необходимо углубить и выпрямить русло реки Нура, говорят специалисты. Утвержден районный оперативный штаб по предупреждению ликвидации чрезвычайной ситуации во время паводкового периода на территории района. В зоне возможного подтопления находится 21 населенных пунктов, 277 дворов, в 12 паводкоопасных населенных пунктах имеются земляные защитные валы, в 3 населенных пунктах – габионы. Более 10 тысяч кубометров снега уже вывезено из населенных пунктов Нуринского района. Сейчас идет расчистка водопропускных труб, водосточных арыков, нарезка траншей. Это ежегодные работы, необходимые для подготовки к паводковому периоду. Также глава региона посетил село Кантай, где были завершены мероприятия по укреплению земляного вала и местную дамбу. Аким области поручил обеспечить своевременное проведение работ по подготовке к половодью. Антон Александров, Оксана Митюхина, Николай Шевелев. 5 канал.